Вопрос. Я пропустил пятничную молитву в мечети, в которой обычно ее совершаю, и поэтому вместо пятничной совершил полуденную молитву. По пути возвращения на завод я нашел мечеть, в которую еще не совершили пятничную молитву. Должен ли был я совершить в этой мечети пятничную молитву и отменить полуденную? Или же достаточно только моей полуденной молитвы, которую я совершил ранее? Ответ. Хвала Аллаху! Ваш вопрос мы передали шейху Абдур-Рахману Аль-Барраку, да хранит его Всевышний Аллах. И он ответил, «Нам видится, а Аллах знает лучше, что если человек пришел в мечеть, в которой он обычно совершал пятничную молитву, и обнаружил, что люди уже вышли, и думал, что и в остальных мечетях уже скоро совершат пятничную молитву и разойдутся, и не предполагал, что может обнаружить мечеть, в которой пятничную молитву еще не совершили. И если все было так, и он совершил полуденную молитву, а после из другой мечети услышал, что в ней совершается пятничная молитва, то он не обязан молиться вместе с ними, ведь он не проявил небрежность и нерадивость. Если же он совершит вместе с ними пятничную молитву, то это будет лучше и безопаснее. И мы надеемся, что в этом случае он получит награду за пятничную молитву. Если же он знал, что в мечети, в которой он обычно совершает пятничную молитву, она совершается раньше, чем в других мечетях, и пропустил пятничную молитву, но предполагал, что молитву в других мечетях он может застать, то он обязан совершить вместе с ними пятничную молитву.